Очень срочная новость 22 августа. Полковник в отставке, Таджикистан не сможет противостоять натиску талибов. Военный эксперт уверен, что с американской техникой талибы становятся слишком серьезной вооруженной силой. Душанбе, 20 августа, Спутник. Возникает ощущение, что США, бросив оружие и технику при выводе войск из Афганистана, могли это сделать намеренно, чтобы усилить талибов, отметил в эфире телеканала «Царьград» военный обозреватель КП полковник в отставке Виктор Баранец. Он обратил внимание, что из 300 тысяч афганских военных около трети уже перешли под знамена боевиков, а это значит, что в армии талибов появились обученные солдаты. И вполне возможно, что когда штанишки афганские будут трещать, это 160-тысячное войско двинется на север, в Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, эмоционально высказался эксперт. Сравнив потенциальную военную силу талибов с численностью воскресения стран Центральной Азии, Баранец отметил, что цифры вовсе не на стороне Таджикистана или Узбекистана. Военный обозреватель заключил, что сложно поверить, что США случайно оставили такое колоссальное количество вооружения. Дорогие друзья, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новых новостей. И пишите в комментарии, что вы думаете насчет этого ситуации.